Друзья, это решающая, друзьяшки, это решающая игра. Это решающая игра для нашего игрока. После этой игры будет уже, наверное, драфт. Скорее всего, это да, это будет драфт. Это решающая игра. После этого что-то у нас должно произойти дальше. Что ж, Аризона сегодня встречается с желтыми жакетами. Желтые жакеты, если я правильно перевел. Не знаю, друзья, у меня ломанный английский. Вы уже на протяжении этих серий уже, наверное, это поняли. Но наш оркестр всегда нас поддерживает каждую игру, друзья, нас поддерживает этот оркестр. Итак, чей же будет подбор? Наш или ихний? Подбор ихний. Ладно. Начали. Так, мой игрок, надо за ним бегать, и давать ему проходить. Я могу вот так вот крутить камерой. Вау, вас не тошнит, когда я вот так вот камерой интересно кручу? Так, первые очки. Кто же заработает первые очки? Мы или они? Бросок, трешка. Нету. Побежали. Оставляем мне мяч. Отлично, оставляю тебе. Я прохожу влево, смещаюсь. Отлично. Оп, если финтуху. Так, подсвечу. Отлично, смещаюсь в центр. Так, ребятушки, как он меня держит, смотрите, по проход, прохожу, и, ах, не получается бросок, и подбор, и есть, первые очки наши, оркестр нас поддерживает всегда. Та-да-да-та-да, мы ведем 9-2, бросок, 2 очка, ассист от мистера президента, мы сегодня очень много ассистим, неплохо. Попробуем здесь поднимать. Отнимаю, пасищу делаю. И еще 2 очка приносит Аризона. И походу это тайм-аут. 13-2 ведем, чуваки. Впереди нас будет ожидать драфт. Драфт, друзья. Как мы ждем этого драфта. Какой же клуб захочет нас приобрести. Точнее, запросы клубов. А потом мы, возможно, наверное, скорее всего, будем решать, в какой клуб пойти. Это круто, это очень круто. Показывает нас. Мы уже такие, смотрите, потненькие. Здесь стоим, слушаем нашего тренера указания. Нас, походу, посадили. Да, нас посадили. Мы сидим на скамейке запасных. 21-18, чуваки. Второй период уже у нас идет полным ходом. И, ух, какая, ребята, потная у нас игра здесь. Ух, какая потная. Потная игра у нас, очень потная. Блин, я держу этого парня, пытаюсь всеми силами сдерживать его, конечно. 21-18. Не очень хочется проект, хочется в хороший драфт попасть. То бишь, чтобы бросок трехочковый в последнее время не попадают. И вот здесь можно сделать на меня. И мистер президент бросает трешку. 3 очка мистер президент приносит. Мистер президент приносит 3 очка. 24-18. Держу его. Блин, этот здоровяк пытается меня блокировать. Поблокировал немножко. И подбор наш. Я уже убежал вперед. Я уже в центре. Уже в центре. Можно на меня. Я поддерживаю сзади, но он решает сам. И парень решает и забивает. 26-18. Супер. Супер начало второго периода. Мне нравится. Так, я его блокирую. Держу. Блин, как он вертится. Оу, с фолом. Здесь с фолом было. Здесь было с фолом. И сейчас нам будут прошибать фолы. Будут прокидывать фолики. Что ж, давайте посмотрим. Давайте, забьет ли. Давай посмотрим. 26-17. Здесь есть шанс сегодня победить. Очень важен для нас, для нашего колледжа. Закинул первый. Ну что ж, закинет ли второй? Второй решающий. Так, наши парни, которые на отборе, наш центровой, там все должны сейчас просто подбирать мяч. Я уже сзади, впереди, точнее, стою. Нет, забрасывает, значит, мне надо сейчас вперед смещаться. Ну, хотя вот через него можно сыграть, отлично. А я вот сюда убегу. Я сыграю вот сюда, я убегу налево. Ах, отбор, блин, вот это отбор. Блокшот. И все равно забросил. 22-26. Просто игра, смотрите, у нас очень сложная игра выходит. Парень, как меня блокирует этот парень, за мной ходят. Сейчас попробуем его.
Никак я его, наверное, не обойду. Я боюсь его нафиг. Я сюда пас сделаю. Попробую в центр здесь посмещаться. Здесь смещаюсь влево. А трешечка? Не, не пойдет трешечка. Не дают, не дают. Опять борюсь. Здесь толкаюсь. Нет, налево. Надо сейчас смещаться налево. Пас на меня. Попробую. Бросок. А время уже. Надо было бросать. Надо было бросать. А не забросили. Надо бежать назад. Вот этого парня. Парня я беру. Ай, пробую. Не отнимается нифига. 26-22. Блин, опа. Время еще есть, время. Блин, какие все большие, я такой маленький весь. Мне лучше бы он того блокировать, чем вот этого здоровяка блокировать. Пытаюсь, он смотрите, он запрашивает пас, я сейчас оп, попытался отнять. Нет, не получается. И проход, и с фолом. С фолом. Это значит, нам сейчас будет пробивать. Догоняют нас, смотрите, ребят, догоняют по очкам. Не очень хорошо, посмотрим, забросит ли подонок. 26-22 счет, и второй уже период, 2 минуты еще тащить, и попал, это значит 23-26, попадет ли второй, давайте смотреть, попадет ли он второй, мячишка попадет ли, прикольно, у него, кстати, кросс такие, бросок, и попал, не попал, я уже там убежал вперед. Поехали, парни, давайте, соберитесь, нужно, я хочу хорошего драфта, я хочу попасть в хорошую команду в начале. Оп, пробуй, не получается, у меня дает мне назад, чтобы пробежки не было. Ой, вот эти двое блокируют меня, вообще пострашно. Бросок, трешечка, да, есть, 29-24. Ой, ребята, 29-24, полторы минуты еще, буквально нам еще играть забрасывают. Это 26-29, короче, нас догоняют. Ух, потная карточка у нас идет, очень потная. Ох, потная катка, ребята. Тайм-аут взял тренер. И, походу, нас сейчас посадит на скамейку запасных. Скорее всего, нас заменит, наверное. Тренер что-то объясняет. У нас 12 очков, чуваки. 12 очков. А рекорд, по-моему, у нас пока что был 14 очков. Мы всего зарабатывали 14. Нет, нас выпускают. В стартовом составе. Поехали, ребята. Мы должны взять. Давай вот сюда мне бросай. Давай, бросай мне сюда, бросай сюда мяч, отлично. Поехали, давайте, соберемся, парни. Ладно, на, держи, давайте, ребята, мы должны сегодня побеждать. Ну, обязан, отлично, а я влево, а, я не успел влево. Но, ох, меня блокируют, проход, и, ну, да, это 2 очка, отличненько, 31-26, да, тренер говорит, молодцы, ребята. 25 секунд осталось до конца, 36-26, мы с фолом забросили, давайте посмотрим повтор, воу, как оно в кольцо залетело, красиво. Сейчас мы пробьем фол, вот этот парниша у нас из нашего колледжа будет пробивать по 27-м номером, а Майкл Джордан вроде бы выступал по 23-м номером, и бросает, и, да, мы берем 3 очка, 25 секунд, ну, за 25 секунд, ребята, они ничего не сделают, по-моему, я блокирую этого парня, он делает пас, так, я его держу, не упускаю, оп, отнимаю мяч, и, ой, здесь чуть сам не грохнулся, но мяч-то я отнял, но от меня ушло, походу дела, это замена, да. Это замена, наверное, скорее всего, меня поменяют, да, но наш оркестр нас всегда поддерживает, какие-то трубачи там, трубачистки, да, вспомните американский пирог. Ну что там, выпускает меня в стартовый, да, ну 13 секунд, тренер, выпусти меня на 13 секунд, пусть я побегаю, это 13 секунд, что там уже, да, 13 секунд будет, и будут они, скорее всего, фалить, и точнее, даже мы, наверное, будем фалить, чтобы продержать это время, и вот здесь бросок, фалим все. Все прыгаем на этого китайца, наверное, скорее всего, это был китаец или японец, не знаю. Мы фалим, и они будут пробрасывать очки. 12 секунд осталось до конца. Будем фалить, пробовать по полной программе, чтобы они никак не заработали, не было у них игры. И бросок попал. 27-37. Видели его вонючие потные подмышки? Прям были 3D-шные вонючие подмышки, где вы еще такое увидите. И давайте посмотрим второй бросок. И. Оп, подбор наш. У меня мячишка. 9 секунд, 7 секунд. Я подержу мяч и брошу. Давай, парень. Давай. А вот так вот. И
Не попал, естественно. И победа! Мы делаем это, ребята. Мы это делаем. Молодцы. 12 очков, не 14 очков, как мы когда-то делали. Но 12. Но игра потная была. Начало второго периода. Они прям были на нас сильнее. Но мы молодцы, молодцы, ребята. Молодцы. И в день драфта не случается, но мы встречаемся с девочкой, которой мы познакомились в институте, в колледже. И они решили, так сказать, провести вечер вдвоем, если вы понимаете, о чем я. Я думаю, я неплохо провожу время. Да, я тоже. Это длинное время. Я, говорит, его чувствую. Слушай, это самое, говорит... Да, что-то меняется. Да, ты, наверное, права. Тренер говорит, что я поднимаюсь, моя мама и я. А я тоже, говорит, с тобой. Да, это долгая история. И, короче, так понимаю, у нас завязываются отношения. Суи май Скотти Пиппин, говорит. Ну, я не знаю, Джеймс Уортни, наверное. Ну... Это здорово, детка говорит. Нифига себе, она уже... Ну, короче, у нас развиваются отношения, чуваки. И это прикольно. И этим отличается 2K, например, от серии FIFA. Там, наверное, такого не покажут. Ну что ж, а у нас следующий день. И мы, как всегда, играем в PlayStation, скорее всего. И, наверное, скорее всего, мы играем в баскетбол. Эй, слушай, сейчас моя очередь. Слушай, ты весь сезон тащил. В следующее время ты должен получить награду. А, слушай, слушайте, я баскетбольный, слушай, чувак, это, конечно, очень хорош, но я пока еще не заслужил таких, говорит, наград. А, ну, может быть, слушай, ну, тут речь идет про какие-то европейские награды. Не, я тебе говорю, серьезно, ты можешь их получить? Нет, я, конечно, могу, слушай, пресс. Да, ты можешь, чувак. Надо только, говорит, поверить в себя. Мы вдвоем, мы проигрываем, выиграем. Ну, мы, говорит, всегда вдвоем. Я счастлив, говорит, что я с тобой, чувак. Слушай, мне нужно попрактиковаться. Давай-ка, говорит, я попробую. Итак, это говорит президент. И я набрал... Ну что, что ты хочешь сказать, Брэнд? Слушайте, я Тио. Квотербек, я говорит, я квотербек, и это мой соплеменник, так по команде, говорит. Ладно, хватит, чувак, давай, давай, завязывай с этим, давай, как-нибудь давай в следующий раз это попрактикуем, ладно? Ладно, реально, это было реально круто, да, давай закончим игру, да, давай начнем это, давай закончим. Ну, это было неплохо, да, забавно, ладно. И следующий день у нас, смотрите, сразу. Эй, привет, тренер! Эй, биг чубак, хороший человек, привет, привет, как дела, говорит. Все в порядке, говорит. Ну что, говорит, потренируемся. Тых-тых-тых-тых, оп, лови. О, да ты неплохо владеешь мячом, чувак. А, да я умею делать пас и забрасывать, да, это делаю неплохо. Ты тоже. Мистер президент, да? Да, быстрая рука у тебя горит. Ну, что скажешь? Слушай, 6 наград, которые я помню, я в понедельник. Слушай, все это дело, это очень сложная работа, понимаешь? Слушай, я могу, мой колледж, ты же мой колледж, как сказать, тренер. И преддрафт... А, нас хотят, походу, отправить в преддрафтовый лагерь, то есть там, где отбирают, наверное, уже этих самых в лиге, в профессионалы, наверное, скорее всего. Да, ты хочешь начать работу? Да. У тебя ты занят чем-то? Нет, конечно, нет, говорит тренер. Короче, чуваки, мы будем, наверное, больше тренироваться, походу, или мы реально в какой-то лагерь, что ли, поедем, я так не понял. Слушай, будь осторожен, ладно? Другие люди... Ладно, ладно, я, говорит, тут. Слушай. И что нам дадут площадку в свое, что ли, поручение? Эй, слушай. Я знаю, говорит. В общем, чуваки, мы поедем, походу, в какой-то лагерь, наверное, мне так кажется. И следующий день. Привет.
Это президент баскетбола? Да, это президент. А кто это? Окей, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь. С вами свяжется какой-то Майк. Кто со мной свяжется? Hello, эй, эй. Привет, это пресс? Да, это пресс. И это тренер Кей? Да, я сейчас нахожусь, и я тебе звоню. Да, это я. Я даже и не знал, что мне вообще даже кто, в принципе, позвонит. Хорошо, я... Это очень хорошо. Ты очень здорово провел этот сезон, и американский баскетбол хочет рассмотреть с тобой контракт. Да, это здорово. Вау, это невероятно. Ты очень здорово старался в колледже в этом сезоне, и мы готовы рассмотреть твое предложение. Вау, слушайте, тренер мне об этом говорил, да, ты готов его принять? Да, я думаю, это я об этом мечтаю, да. Да, конечно. Это здорово, я рад, что тебе это по душе. Слушай, ладно, хорошо, ладно, увидимся позже, хорошо, увидимся. USA! Я должен, говорит, позвонить маме. Короче, нам позвонил какой-то тренер, и по ходу дела сейчас что-то завяжется, чуваки. Оказалось, все очень проще, друзья. Нас взяли в 16-летнюю команду, собственно, своей страны, то есть Америки. То есть West против East, или как сказать, Запад против там Востока, типа того. И мы попали в команду, национальную команду, так понимаю, подросткового возраста или что-то в этом роде, как это называется. Я хожу сквозь вообще все, мне насрать, потому что я в национальной команде, команда юниоров, чуваки. Это вообще круто, короче, кто мог подумать, да, за целый сезон наш... Герой пыхтел, отборы все делал, зарабатывал очки, попал в национальную команду. Сегодня национальная команда играет между собой, будут смотреть серьезные лица. Возможно, после этой, наверное, серии у нас какой-то драфт будет реально офигенно развивается. Итак, здесь Дэвид Алгрич какой-то дает комментарий по поводу этого дела всего. И смотрим стартовые составы. В старте нас... Австралия против Америки играет. Нет, не между собой, а мы против Австралии играет. Вы представляете, мы попали в национальную команду молодняка. Это круто, чуваки, это реально круто, по-моему. Да, друзья, счет по 5, нас выпустили в стартовый состав, круто. Америка играет против Австралии, и, слушайте, австралийцы зеленые, мы белые. Ну, блин, они какие-то дикие, отлично, отняли мяч. Пошли. О, какой проход, воу. Слушайте, дорогие, другие скорости. Отбирают лучших ребят, я так понимаю, с колледжа, и они попадают вот в национальные команды, наверное, своих стран. Вот так вот, прикольно, слушайте, сделано. Не было такого в 2016 году, вообще не было. Пробую отнять, но, блин, они какие-то здесь вообще на гиперболиках какие-то. Вот, отлично, я уже убежал. На меня пас вообще не делают, потому что меня вообще не видят. О, отлично, первый мяч у меня... Опа. Кому пас давать, налево дам. Отлично. Прохожу. Ну. Эх, ладно. Прошел и заработал свои первые очки. 15-7. Счет у нас. 2 минуты осталось до первого тайма. Оп. Я мешаюсь. Ну, как я его перепрыгиваю? Он такой большой, здоровый. Энтони, смотри, парень. Я здесь. Эй. Отлично. Оп. И 2 очка есть, забираю. Делаю 2 очка, отлично. Возвращаемся обратно. Америка выигрывает 17-7. Мы неплохо в сборной себя демонстрируем, по-моему. О, теряет мяч, отлично, можно играть. Бля, так, все, пошли вперед. Собрались дрыщи. Опа, пасищу, какой ассист, ребята. Какой ассист сейчас делает нас наш игрок. Вообще, по-моему, аж мышка появилась. По-моему, это было очень... Опа, круто. И, отнимаем мяч. Пошли. И, это было здорово. Смотрите.
уничтожил. Ну, словно Майкл Джордан прыгнул в кольцо. 32 секунды осталось до конца этого. И прыжок! Не, ну я своего игрока блокировал. Отлично, они забили. Слушайте, значит, если есть юниорская сборная, значит, есть команда мечты, то бишь нынешняя сборная Штатов. И, блин, значит, туда, наверное, тоже как-то попасть можно. Но это уже, естественно, не скоро будет. По ходу дела, мы же еще даже не в клубе. Мы юниоры, фрилансер, так назвать. Или я даже не знаю как. Мы даже, я не знаю. Ну, блин, если нас на драфте что-то интересное это захочет приобрести, то с нами контракт заключить, это будет вообще нечто круто. 20 меня посадили на замену, мы промотаем время. Сейчас обязательно во втором периоде, смотрите, меня выпускают. Счет 21-40, мы ведем. Ну, реально, у Америки по баскетболистам как-то было лучше, по-моему, чем у австралийцев. Для нас все вообще неплохо, даже отлично идет, отлично идет. Ух ты, я центрально столкнулся. Вообще просто, по-моему, отлично идет. Но фишка в том, что вся сборная выглядит гораздо, по-моему, получше, чем мы. Видите, они все со звездами, мы без звезд. Мы тот же самый дрыщ, который приехали в эту... Нас взяли в эту сборную. Уу, прыжок веры, короче. О, вот здесь я могу блокшот поставить. Не, не поставил, нифига. Нифига. 23-45. Все равно мы выиграем, но... ребят, но, блин, мы самый дрыщ, короче. Но мы дрыщ, который попал сюда. Сюда попасть не так-то... Не так-то плохо. А если я вот так вот обернусь, так... Обернитесь, обернитесь, обернитесь. Ай-яй-яй, сейчас мяч потеряю, назад пас. Так, отлично, бросок. Вот смотрите, этот парень трехи просто вообще наворачивает, как, я не знаю, как котлет. 45 секунд остается до конца у нас остается 45 секунд. Поехали, парни, только все убежали, а я почему-то здесь. Так, поехали. Кто ваш папочка? Ну-ка, кто ваш папочка? Налево даю пас еще. Забегаю. О, а если я трешечку кину отсюда? Естественно. У-у-у, что-то я там разблокировал, короче. И 13 очков, чуваки, в среднем 12 очков получается за все матчи. Это вообще круто. Ну-ка, давай. Че, слабо меня обойти, а? Слабо меня обойти, дрыщ. 8 секунд, 54-23, реально, у Америки гораздо сильнее. Сборная отнимает, пошли, последние секунды, бросок. И победа, по ходу дела, ребята, это победа, да? Если я не ошибаюсь, то это победа. А не, ребят, нифига подобного. Короче, мы играем по ходу 4, потому что все-таки это сборная. И здесь играет по... Ух ты, как забросил. Играет по полным правилам баскетбола. И играет в 4 периода по ходу. Типа, по колледже здесь правила уже не распространяются. А мы играем уже по полным 4 периодам. Здесь забросил. Видели, как этот чувак? Ну, реально, вся сборная выглядит, ну, блин, лучше они нас. Намного сильнее. Видите, все разные таблички. Это означает, там, если звезды, я так понимаю, у них вообще, короче, характеристики лучше, чем у нас. В общем, они там профи какие-то, а мы такие, типа, не профи. И сколь же такие зеленые приехали, как вот эти австралийцы. О, кенгуру! Блокшот с фолом. С фолом сегодня. Вот этот парень вообще в 4-й номер. Вообще как-то нагибает, короче. Вообще нагибает. Он и в защите, и забрасывает, короче. Вообще молодец. Прям реально какой-то Скотти Пиппин. Или Родман, помните, в лучшее время Чикаго Буллс, бросок. И австралийцы забрасывают. 30-70, ребят, но американцы действительно играют в баскетбол как-то сегодня, по-моему, на поле лучше. Это конец этого матча. Америка побеждает австралийцев. Мы набрали 16 очков. Воу, это самое большое число, что мы набрали. Но сегодня мы сыграли с тимплейтом, который... Нас по характеристикам, походу, раз в 20, наверное. Ну, не в 20, но на 20 точно характеристик нас больше. По крайней мере, у нас стандарт на 55, а вот у них 70-80 точек. Итак, друзья, начинается драфт. Чего мы так долго ожидали? Ожидали. Это драфт. И смотрим. Первый раунд. 30 клубов, которые сейчас будут отбираться... Итак, первый драфт. Это Филадельфия. Филадельфия, Бен Симмонс. И нас не купили в первом драфте. Это очень печально. Овер 79. Ну, понятно, что его не купили. У нас 55 овер, то есть общее. И мы видим, что показывают твиттеры. И, ну, это, наверное, критики, скорее всего. Итак, второй драфт. Лейкерс, Лос-Анджелес, походу.
И смотрим, Брэндон Игман, Играм, вот такого они приобрели, молодого парнишку из колледжа Дюк, 78, ну здесь понятно, что нам терять-то, у нас такого оверлейта нету, и в Лос-Анджелес Лейкерс мы точно не едем уже, а это очень-очень плохо. Итак, драфт номер 3, Бостон. Селтики, давайте посмотрим, Брауна какого-то покупают, и из Калифорнии покупают Бостон Селтик, такое вот приобретение, 74, елки-палки, какие же там оверлей, 20-летнего, а нашему герою сколько лет, интересно, давайте дальше смотреть, что, кого приобретают, так, четвертый драфт, это Феникс, Феникс Сансы, и смотрим, Драгана Бендер, Бендера купили из Хорватии, четвертым пиком, а сколько ему лет, как посмотреть, узнать, ничего нам не покажут, да? Уезжает туда, короче. И еще какой-то драфт у нас, Миннесота, Тимберволф. Крис Данн покупают. И когда же нас-то? Нас-то кто хоть кто-нибудь купит-то уже? Кто же на нас... Бадди Хилд, следующий, шестым пиком берут в первом раунде. Следующим пиком. А, ну то есть седьмой пик, смотрите, Филадельфия. О, это не мы в седьмом драфте. Денвер, друзья. Мы уезжаем в Денвер. 55 оверлей. Мы самые слабые среди тех, кого уже успели, собственно, посмотреть. Стиви Кайл пишет, фанаты готовы, чтобы пресс был с будущей звезда. Там было так написано. Вот, собственно, так. Первый раунд драфта прошел для нас удачно. Так, ребята, пресс-конференция. Сам Джордан, который, собственно, все это продюсировал тут тоже. Добро пожаловать в NBA, джентльмены. Тут можно себе понять, что мы здесь? Да, нет. Все здорово. Так, ребята, покажите майки. Слушай, я шучу. Ладно, все, показывай. Слушай, готовься к сложности впереди. Я готов. Эй, пресс, надо поговорить. Хорошо, что там? А, это мой агент. Нужно поговорить. Ты готов? Да, да. Хорошо, отлично. Я рад. Я отправляюсь в этот самый, в джим, короче, подтягиваться. Так, хорошо, это наш тренер. Тренер Ксавьер Кросс. Мистер Кросс, рад с вами познакомиться. Отлично, Ксавьер реально лучший, и он делает отлично свою работу, так что ты должен его слушаться и понимать, что он там тебе говорит. Хорошо, слушай, если будут какие-то проблемы, говори мне, я буду звонить ему. Ладно, слушай, здорово. Слушай, ты знаешь, что Майкл Джордан тоже такую школу проходил. Слушай, тебе нужно почувствовать мяч, походить и почувствовать все, что тут есть. Ладно, давай, покажу тебе дальше, что тут есть. Давай. Слушай, да. Собери там для меня что-нибудь. Хроники. Отлично, отлично, хорошо. Все будет, увидимся, тренер. Итак, мы дали интервью небольшое, друзья. Мы дали небольшое интервью, и мы, по ходу дела, уже в команде. На нас майка Денвера. Мы полностью у них, и мы, мистер президент. Походу, Джордан к нам не очень равно дышит, я смотрю. Мы везде, видите, рекламируем ихнюю тематику. Везде бизнес, ребята, потому что это спорт. Это не только спорт, это бизнес. На что-то это надо оплачивать, на что-то нужно проживать. Ладно, давай, чувак. В общем, с Джорданом у нас пока что-то как-то не заладилось, по ходу дела. Что-то он на нас, по ходу, зуб точит. Эй, кто у нас здесь? Эй, what's up, чувак? Денвер, да ладно тебе, Денвер, ты тут, найс. Ладно, приятно познакомиться. Мистер Президент. Президент, реально? Это твой никнейм? Да, я так себя назвал. Слушай, а ты откуда? Ситл. Денвер и Ситла. Ага, понятно, хорошо, from Seattle, хорошо. Окей, извини, я тут просто первое время и первый день, типа, учусь, все такое. Что за система? Система, которую ты так делаешь. Окей, президент, слушай, ты здесь, слушай здесь. Я тоже это вижу, и 2K system, понимаешь?